того, чтобы уверенно валять, это несколько игр, а не одна, поскольку они очень легко могут сломаться. Не-не-не, ты на плечи, потому что ты же... Ты расходы. Я сделал интернет-магазин вместе с... Интернет-магазин? Что такое интернет-магазин? Интернет-магазин — это в интернете магазин. И что ты там продаешь? Я продаю там свои игрушки, сделанные с помощью сухого валяния или мокрого. Вот такой вот амулетик есть. А уже продалась какая-нибудь игрушка? Есть пока успехи? Нет? Ну, заказы? Уже задают вопросы, и это уже что-то. Открытки, которые вы можете отправить из Черногории своим родным и близким, чтобы они узнали, как вам хорошо. Обзавидовались. Наверное, я не знаю, да. А расскажите немножко о создании этих открыток. Ну, изначально мы провели социальный опрос и спросили у людей, чего им не хватает в жизни. И многие из них ответили, что им не хватает близости с родными и общения. И мы решили сделать эти открытки, чтобы каждый человек мог отправить их своим родным и близким. Вот. Что случилось дальше? Дальше мы взяли фотографии красивые из Черногории и сделали из них вот такие открытки. Распечатали и принесли сюда. И что же сейчас будет происходить? И сейчас мы будем их продавать. Почем продаем? По 2 евро, если вы их просто покупаете, потом сами отправляете, ну или привозите. И 3, если мы сходим на почту и отправим их за вас. Открытки! Give me your money. Так, ваше предсказание. Сколько открыток вы продадите за первый час? Хотя бы 10, пожалуйста, пожалуйста. Я не хочу торчать там весь день. Все. Потому за что час. Фига ты, барыга. Не, просто мы можем тут продать, потом поехать в этот город. А если что, я заберу все, и мы в Тимати с Ариной пойдем пораздаем. Попродадите. Попродадим. Пойдем уже. Давайте проверим, женщина, как их предсказания сбудутся или не сбудутся. Женщина, мы отправляемся на пляж. Я от них отстану на километр, чтобы не дай бог...